Прошлый четверг в аэропорту имени Карамзина в 10 часов утра был объявлен сигнал тревога. Спасательная операция началась. На аэродром выехали три пожарных отделения СПАСОП аэропорта. Два автомобиля при помощи лафетного ствола незамедлительно приступили к тушению горящего двигателя, охлаждению крыла самолета и ликвидации возгорания разлившегося топлива самолета. Основная задача – не только потушить и спасти, но и отработать взаимодействие всех частей, ведомств и подразделений. Мы отрабатываем взаимодействие между МЧС и службой спасения гражданской авиации, так как сейчас много очень техногенных катастроф, поэтому эти учения очень необходимы при взаимодействии всех сил и средств, как МЧС, так и службы ПАСОП. Необходимо быстро сосредоточить необходимое количество сил и средств. Возникает угроза перехода огня на топливные баки, то есть возможность взрыва, быстрое распространение дыма по фюзеляжу. Вот, необходимо своевременно сосредоточить силы и средства и осуществить необходимые действия на решающем направлении. Теоретическая задача полностью отработана на практике. Огнеборцы проникли в салон самолета и по аварийному трапу и матерчатому желобу эвакуировали пассажиров и членов экипажа. Пострадавших определили на безопасное расстояние и оказали доврачебную помощь. На место аварийной посадки самолета прибыли пожарные автомобили всех задействованных подразделений и машина медика фельдшерского пункта аэропорта. В результате проведения аварийно-спасательных работ пожар ликвидирован, а условные пострадавшие экстренно доставлены в медицинские учреждения города. Всего к занятиям привлечено более 80 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 3 единицы техники.